То есть есть у матрешки оболочки. И эта структура имеет 7 основных оболочек, 7 таких больших оболочек, каждая из которых делится на 2 листка. 7 оболочек делятся на 2 листка, внутренний и внешний. Вот. Эти оболочки предназначены для того, чтобы давать энергию внутренним органам. По ним течет энергия. Это можно сравнить с шоссейной дорогой. Есть шоссейная дорога, по которой текут машины. Если она блокируется, то машина не доедет до пункта, и там не будет осуществлена функция. То есть туда не приедут продукты, туда не приедут люди, которые должны работать. И таким образом, ну, город встает. Без дорог город не может жить. Нужны дороги, чтобы довозить жизненную энергию довозить до различных мест назначения. Теперь внимательно сосредоточьтесь. Я вам скажу сейчас важную вещь. Все хронические заболевания, которые длятся долго, указывают на то, что в тонком теле, вот в этих коконах, в этих оболочках, у вас там есть пробка на дороге. Там есть как бы какой-то блок, какое-то затруднение движения энергии. Но он не является полностью блокированным, потому что полный блок означает смерть. То есть энергия течет, но она течет хуже, слабее, что приводит в конце концов к хроническим заболеваниям. И любое хроническое заболевание, какое бы вы ни назвали, это означает, что предрасположенность к этой пробке на этом месте существует у вас с самого рождения. Нет ни одного хронического заболевания, которое бы не имело предрасположенность с самого рождения. И в целом из 7 оболочек, вот этих, из 7 оболочек, 3 имеют предрасположенность к хроническим заболеваниям. Но так как там есть наружный и внутренний листок, поэтому листков вот этих вот всего 4 больных, но оболочек 3. На одном листке 2 оболочки сразу больные. На одной оболочке 2 листка, внутренний и наружный больные. У каждого человека. Вот, например, у меня на оболочке психических функций больной и внутренний и наружный листок. Это означает, что у меня психическая деятельность приводит к усталости быстро. Видите, я много тружусь психически, это уже результат моей здоровой жизни. То есть я каждый день 1,5 часа йогой занимаюсь, там купаюсь в море, пытаюсь восстанавливаться. Но в целом самая тяжелая судьба у меня находится на психических функциях, там, где работает нервная система и психические функции. Понятно, да? У каждого человека есть такое нарушение. В целом первый листок, самый наружный, связан с кожей и слизистыми оболочками. Второй листок связан с кровообращением внутренним и наружным. Третий связан с мышцами внутренними и наружными. Четвертый связан с тканями организма. Наружными это жировые ткани, и внутренние это ткани внутренних органов. Это четвертый листок. Пятый листок связан с костной системой. Наружные это руки, ноги. И внутренние это позвоночник и голова костной системы. И суставы. Шестой листок связан с нервной системой. Внутренняя нервная система – это глубокий мозг, позвоночник там и так далее. И наружная нервная система – это иннервация всех наружных органов, кожа, там, глаза там, и так далее. И седьмой листок связан с гормональными функциями. Внутренние гормональные функции и наружные. Те, что связано с нашей деятельностью снаружи, гормональной функции, связаны с деятельностью внутри организма, гормональной функции. Самый глубокий, таким образом, листок здоровья – это гормональные функции. Чем глубже листок, тем тяжелее его лечить. Он глубже находится. Туда сложнее довести энергию лечебную. Видите, кожу лечить легче всего, потому что помазал, уже кожа лечится снаружи. Потом дальше кровь, уже лечить тяжелее, туда надо как-то мазать глубже и доходить до этого тяжелее. И, соответственно, страдают быстрее наружные листки,
допустим, кожа, кровь, быстрее подвергаются болезням, а внутренние глубокие сложнее. По этой связи у детей в основном страдают кожа, кишечник, желудок, что-то наружнее. И лечить их тоже быстро можно. Но если у человека с детства уже страдают какие-то глубокие функции, нервная система, там, то тогда это может привести к нарушению глубоких процессов в организме, слабоумие там, и так далее.